Камарджобат, здравствуйте, ребята, шалом, салам алейкум. Ребятушки, вот в очередной раз заправим свой луноход, так сказать, и за это самую перегонку. Это первая перегонка, ребятушки. Смотрите, по мере возможности перечисляю, из чего я гоню сейчас, ребятушки, и т.д. и т.п. Короче говоря, ребята, прошлогодняя чача, то, что я вино за это самовал, я же потом его через мешок, мезгу, всю там кашу, машу и т.д. и т.п. через мешок он просочился. Там осталась одна чача, ребята, то есть чача в переводе. Не, чача не переводится, естественно. Чача называется, то есть, и чача, и жмых. То есть жмых тоже чача, и из него продукт получаем, он называется тоже чача. Короче, прошлогодняя была чача в мешке целлофановом. Было еще, знаете что, ребята, то, что я настаивал, в 2020 году, ребята, не забудем напомнить из-за этого самого. В прошлом, в 2020 году, что я за это самого, значит, настаивал, ребята, на все возможных фруктах, ребята, самогон, сливовицу и коньячный спирт. Коньячный спирт, сейчас объясняю, ребята, вино перегоняем, получаем коньячный спирт. Поняли, да, ребятушки? Вот, и т.д. и т.п. Короче говоря, головы я взял, ребята, вот. Ну, здесь больше литра, короче. Больше литра головы. Кастрюля у меня до половины, ребята, дошла. Там вместе с чача, вместе там и апельсины, и лимон, и фейхуа, и айва, и яблоки, и груши, ребята. И, ну все, короче, и абрикосы, все. Вот, как-то так. Сейчас, значит, вот головы сняли и подставили я для спиртомера, ребятушки, поняли, да? Сейчас за это самое узнаем, сколько чего. А, я даже крышку не за это самого, а хочу подставить. Чистота, чистота. Вот так. Ничего страшного, давай отодвинься, отодвинься отсюда. Вот. Как раз для БТРа, как говорится. Ну что, ребята? Естественно, ребята, слезы жены и т.д. и т.п. Извиняюсь. И т.д. и т.п. Ребята, я вот сколько наблюдаю над ним, никогда, блин, лицом не за это самуется. Никогда. Ну, я вам скажу, ребята, это, 75, ребятушки. 75, не забудем. Потом ближе за это самую камеру и зафиксирую. Ребятушки, то, что в этом самогонном аппарате мне нравится, в первую очередь, ребята, в первую очередь, это его холодильник, ребята. На 60 литров где-то. Ну, 50 это минимум. Блин, пахнет приятно. То, что я вам перечислил сейчас, ребята, то, на чем я настаивал и т.д. и т.п., да, все там. Представьте, оно из самогона, из сливовицы, из чачи, из коньячного спирта в себе же впитал. Смотрите, сначала он отдал, а потом впитал. Она же не портится, ребята, она годами может храниться, когда он впитанный. Поняли, да, ребята? И сейчас вот, пожалуйста, в этом продукте у нас идет. И еще, ребятушки, не забудем, не пропустим. В этом году я сделал из малины вино, ребята. Там и мезга у меня осталась, и кашица, поняли, да? И из ежевики тоже сделал, ребята, то же самое. Буквально я 2 часа назад снимал с осадкой ежевику. Я говорю, давай, чтобы успеть в этой кастрюле все за это самого. И еще, ребята, еще у меня было что? У меня было еще осадки вина, ребята. Осадки вина, собранные. Понимаете, да, ребята? И т.д. и т.п. Что добру пропадать даром, ребятушки? И т.д. и т.п. Лучше в луноход
и через. А, еще раз сейчас одну вещь скажу, ребята. То, что говорят, что вот, естественно, ребята, базар-вокзал лучше, когда весь самогонный аппарат в меди. Лучше базар-вокзал. Но я вам сейчас один прикол скажу, ребята. Он серные соединения впитывает, прицепляет к себе и не выпускает, ребята, через этот, понял, да, ребята? То есть самогон, этот запах тухлых яиц не выходит. Но это касается, ребята, насколько я сейчас заметил и вообще смотрю над этими делами, да, насчет фруктов. Оказывается, что в фруктах больше сера, чем в винограде. Потому что я когда чачу гнал, ребята, или же вино перегонял, да, никогда серные запахи не чувствовал. А вот когда я сливовицу гнал, я чуть не офигел. Я говорю, что за луноход я на самом-то деле купил, блин. Понял, да, ребятушки? Нюхай вот там у выхода, блин. Нюхай, блин, прям вот, как будто вот в серных бассейнах купаюсь. Что это за фигня, подумал сразу. Но потом, естественно, кто в комментариях, кто туда-сюда, ребята, что думаете, раз я занимаюсь этим делом, я все знаю, что ли? Я тоже, ребята, ну как говорится, рука руку моет, а моет потом лицо. И пришлось, ребята, значит, и там я проволоку кладу медную, ребята, такая паутина прям. И у крышки вешаю такую паутину, спайдерменты такие, знаете, да, вот зелами. То есть через вот этот спайдермент весь проходит пар. И потом, ребята, вот самое главное. Но я вам сейчас одну вещь скажу, ребята, можете поверить, можете не поверить. Вот эту штуку, ребятушки, никогда мыть не надо. Какими-то щетками и так далее. Не надо, говорю. Вы после, когда будете гнать, через вот, ну, 2-3 раза прогнали, да, через него самогон. И вот после, когда она высохнет, просто понюхайте, какие там ароматики, понимаете, да, так сказать, живут. Так что не советую никому щеточками и так далее его изнутри промывать не надо. А пораснули, если там есть окись этого меди, она убралась и все, поняли, да? То есть не надо. Все, что я все бла-бла-бла-бла, сейчас поднесу, ну это больше литра, ребята. Больше литра. И она, ну, мутноватая, чуть-чуть. И еще я расскажу, что и пластмасса дает о себе знать. Сейчас понюхаем, ребята. Ну, передам я запах как-нибудь. Как-нибудь, да. Ребята, в нос бьет, я вам отвечаю. Уксус отдыхает, ребята, уксус отдыхает. В нос прям бьет, я не знаю. Это то ли из-за ароматики, не, из-за ароматики, такой резкой ароматики не буду, чтобы он в нос прям, нос за это самовался, чесался, нет. Прям вот горит нос, блин. Ну, головы, хули нам газап хули. Вот гумазан тари, вот так вот. А здесь понюхаем уже после голов, ребята. Ну да, базар-вокзал, она в емкости, там больше ацетон за это самуется и т.д. и т.п. Да, больше неприятный. А здесь он открытый, да. Он может и обмануть, но потом научу. Научу, кто не знает. Вот, почему я не пью, ребята, я сейчас выпил бы вот этим стаканом за мир во всем мире, ребята. А так тост, естественно, можно сказать, ребятушки. Ну что, ребята, я вам в очередной раз скажу, что я не устану этот тост повторять, ребята, на весь мир. За мир во всем мире, ребята, чтоб наконец-то настал мир, ребята, и т.д. и т.п., короче. Чтобы вот эти все... Понял, да, я о ком? Между собой разбирались и не втягивали народ туда, да.
Народ ничего плохого не хочет между собой. Народ хочет только дружбу народов. И все. Народ хочет только дружбу народов. Больше ничего. А вот которые на лошадях сидят, вот они мутят воду, блин. Мутят, крутят воду, блин. Короче, ребята, за мир во всем мире. И я вам хочу сказать, что как небо и земля, ребята, запахи отличаются. Вот жалко, вы не можете сейчас свой нос высунуть сюда, за это самое, за один раз, и второй раз сюда. Сильно приятно пахнет, сильно приятно. Но я же сколько всего я перечислил, ребята, просто не может он плохо пахнуть. Ну, головой базар вокзал, да, ничего не говорю. А вот это пахнет аж бегом, ребята. Ну, не знаю, посмотрим, сколько он будет течь. О, чуть не упало. Руссо туристо акваминерале. Ты куда, блин? Ты смотри, у него нога сломанная. Посмотрим сейчас, покрутим в нашу сторону. Да, ну, 75 это точно, ребята. Хочу сказать, она льется аж холодная. Смело могу сказать, что ниже 20 градусов. Ниже 20 градусов. Потому что какая вода идет самотеком из водохранилища, такая и такой и самогон. Поняли? Да, то есть на сколько градусов он охлаждает, столько градусов и у выхода. Вот такие пироги, короче. Да. 75. И т.д. и т.п. короче. Ну что, ребятушки, вот сейчас посмотрим, пожалуйста. Это, ребята, чтобы вы знали, штука итальянская, я ему на все 100 доверяю. Значит, Николай Патрин мне из Читы отправлял от 0 до 40, от 40 до 70, с 70 до 100. Проверил, точнее, точно идут. Что эти итальянские точно идут, что те российские точно идут. 75, ребят, пожалуйста. Пожалуйста, шенгей начали. 100 грамм выпей, 200 на завтра оставь. Все, все будет хоккей. Ну вот и слезы жены. Шенгей начали. И еще, ребятушки, смотрите, вот здесь, значит, у меня как? Это папа, а это мама внизу, поняли, да? Вот смотрите, я сейчас включу спичку. Сколько там этих трубок, ребята? Здесь, значит, получается у нас широкие сверху. А здесь вторая секция снизу, ребята. Вторая секция, она как бы поуже трубки и побольше. Поняли, да, ребята? Вообще крутой холодильник, я вам отвечаю, ребята. Отвечаю. Даже парни идет, видите? Крутой холодильник. Из крутых, крутой из крутых, ребятушки. Отвечаю. А здесь у меня, ребята, пошло как бы наоборот, по-моему. Получается, нет, здесь тоже так же получается. Это у меня получается папа, а это мама. Естественно, здесь наоборот должно быть. Это должно быть мамой, а это папой. То есть, самец-самка, короче. Вот что в этом аппарате мне сильно нравится, ребята. Вот, пожалуйста, водяной затвор, ребята. Видите? Ничего не надо. Никакой теста мазать не надо. Никакой вспоминать, как там называется пепел. После костра что остается. Ну и поняли, да, ребята? Я сейчас уверен, многие поняли, я о чем. То, что после костра остается, это зола, блин. А я так не знал. И с наводчиком гадали. А он говорит, угли, блин. А я говорю, блин, на углях же шашлыки жарят, блин, что ты несешь? Значит, представьте, ребята, что тут борт, видите, что изнутри. Потом крышка, то есть это получается у нас мама, а это папа. Поняли, да, борт. Изнутри борт и снаружи. Канавка такая. Вода залитая и вот папа в нем сидит как бы. И вода, что оттуда, что отсюда. Отсюда то, что скатывается, ребята, и падает, да, может здесь упасть базар-вокзал, но падает тяжелая фракция, то, что какашки.
А вся хорошая фракция идет через трубу, ребятушки. Поняли, да, ребят? Вот такие вот пироги, ребятушки, вот. Ну, не знаю, ребята. Не знаю. Прямо скажу, ра. Заказываем, кому не лень. И т.д. и т.п. Все мы знаем, ребята, что чем мы дышим, тем и занимаемся. Вот этими делами, вот этими пирогами я дышу, ребята. Моя семейка вот этими пирогами дышит. Естественно, я этим и занят, ребята. Ну куда деваться? Дай Бог Николаю Патрину здоровья. Дай Бог Милованову из Рязани здоровья. Все, кто у меня заказывает, ребята. Все, кто мое вино смакует, мой самогон смакует, ребята. Всем вам здоровья и всем остальным, ребятушки. Им тоже здоровья, кто хотел бы, чтобы мое вино на их столе оказалось в новогодний стол или, ну, праздничный стол, в общем, я сказал. Вот такие вот пироги, ребят, смотрите, вот. Не слезы жены, слезы жены, ребятушки, сомнений нет, слезы жены, и т.д. да, и т.п. Ну что, ребятушки, если что я пропустил, прошу извинить, и т.д. и т.п. Но, по-моему, я ничего не пропускал. Спичку отключаем. Ставим камеру обратно, чтобы не дергать туда-сюда. Ну, вот считайте, ребята, сколько эта чача простояла в мешке, ребята. Но, естественно, ребята, не пропускаем один немаловажный фактор. Немаловажный фактор не пропускаем, ребята, что чача перед гонкой, да, погребе желательно хранить его, ребята. Если он, естественно, будет на жаре храниться, да, он может, ребята, хотите, не хотите, ну, прокиснуть, понимаете, да. Естественно, ребятушки, в чаче есть спиртуозность есть, базар-вокзал, потому что мы его хоть как не выжали, да, если этим жмыхом наесться, можем опьянеть. То есть там есть спиртуозность, но эта спиртуозность, ребята, не такой велик, чтобы сохранить его в жаре. То есть надо в погребе его хранить. Но герметично, потому что при касании с кислородом, ребята, она может окислиться, естественно, и вкусы поменять. Ну все, ребятушки, всем добра и т.д. и т.п. короче. Не знаю, в комментариях на... Ну, я и так вы пишете, ребята, и без моего бла-бла-бла, вы кто вот на самом деле меня смотрите, сразу уже видно, ребята. День, два, три пройдет, видео набирает 300-400 просмотров. Вот и весь контингент, ребята. А то, что там у меня то ли 25, то ли 26 тысяч подписчиков, ребята, если вот честно вам сказать, на самом деле я не понял. Зачем подписаться на канал, если не интересен он тебе, да? Что-то я этого я не пойму, не знаю, короче, и все. Или, наверное, какое-то конкретное видео понравилось человеку, и он подписался, а дальше ему не интересно. Да и на то, ребята, спасибо вам огромное. Сейчас в месяц 10-12 баксов падает с Ютуба, ребята, в месяц, за месяц. Я доволен, ребята. За интернет хоть есть чем платить. Ну все, ребята, всех благ и т.д. и т.п. короче. Всем добра. Привет, Магадан, Константин Фавстрицкий. Всем добра и т.д. и т.п. Миру мир.